Я не знаю, о чем они говорили, но тяжело встретиться на один день и куда-то вместе не пойти. Все равно мы с вами, ребята, все вместе. Спасибо вам. Да, кстати, можно встать, потому что песня такая. Мужчины могут поддержать. Ножками потопать. Да, можно не вставать. Давай, Белгород. Я скажу, что Шура Гордеев говорит о чем. Песня «Аты-баты» была написана в 89 году. Многие песни остаются вне времени. И это прекрасно. То есть дальше комментарии я не хочу какие-то говорить. Просто мы споем, потому что очень важная песня. Антивоенная. Кто начинает? Климушка? Шеренгу становись! А ты думаешь, у меня не расстроилась гитара? Я успел только три подстроить, а четвертую, пятую. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, у меня гитара старинная, цены немалой. Она немножко расстраивается. Ну ладно, вы знаете, мы в 80-х играли без мониторов, без нормальных гитар. И это было неважно, потому что мы хотели бы, чтобы они были настроены, чтобы были мониторы. Но жизнь была прекрасна так же, как и сегодня. Капитализм, грудью встретим катаклизм. Мать их так, ядрёна шишка. Ох, надоём же им подышла. Бомбой клятых буржуёв. Да
тот, кто за мир, может, встанет вообще. Спасибо. Я думаю, что мы солидарны. Кто за мир разные встанет? Разные люди. Лучшая группа в СССР. Ну, лучшая группа той и этой эпохи. Поздравляю город Белгород. Поздравляю разных людей. Вот такой праздничный торт. В ответ на язычное Сашина «Будь» отвечаем. Будем! Будь! Будем! Спасибо! Не расходитесь, это еще не все. Это только серединка.